Аким города выступил с обращением в связи с угрозой второй волны пандемии. Нурлыбек Налибаев призывает население строго соблюдать меры предосторожности, перенести свои торжества на лучшие времена. Особо предупреждены госслужащие, за проведение тоев или участие в них неминуемо самое жесткое наказание. Отдельные граждане не верят в возможность второй волны пандемии и не соблюдают меры безопасности. Широко отмечаются различные семейные мероприятия с приглашением гостей. Все это угрожает свести на нет все принимаемые меры по профилактике второй волны. Причем организаторами свадеб являются не рядовые граждане, а состоятельные люди, нередко госслужащие и руководители учреждений. В этой связи необходимо строго запретить руководящему составу и работникам государственных органов и бюджетных учреждений – в том числе школ и детских садов, проводить и принимать участие в различных тоях и обрядах. В случае выявления фактов организации или участия в таких мероприятиях, в отношении них будут приняты самые жесткие меры, и с этой целью будут внесены соответствующие предложения в областной акимат и департамент по делам госслужбы. С пониманием призываем отнестись к тому, что и похороны в создавшихся условиях нужно проводить без большого скопления людей, строго соблюдая санитарные требования.